Смотрите программу о безнадзорных животных «Хочу домой». Обсудим актуальные вопросы. Гости в студии. Эксперт Российской кинологической федерации, президент областного клуба собаководства «Олимп» Татьяна Григоренко и методист-кинолог Елена Хабеева. Расскажем, как перевозить собак в общественном транспорте и приучить их не бояться трамвая. А также новые видео-визитки собак, которые готовы обрести свой дом и заботливого хозяина. Программа «Хочу домой» 1 октября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».